И сколько вопросов вы задавали? Нет, я вас задавал 3 вопроса. Так. Первый она не ответила, второй, третий ответила. Так. И она забрала с собой 2,5 миллиона чипан, который стоит. То есть, если бы она ответила на 3, она бы забрала чипан за 3 миллиона? Нет, еще к чипану было добавлено другое еще. Ну, то есть, как бы разные подарки на разные вопросы, да, серьезно? 3 вопроса было, она 2 ответила, она забрала, вчера мы ее чуть поставили даже. Так. Это вначале поставили его. Вопросы, да? Да. А что она отвечала, мы до конца не поставили. Поставили YouTube, YouTube что забрал, там было интересно. И YouTube там, короче говоря, забрали то, что они выиграли. Ну, как всегда. Друзья, мы на самом деле в магазине, где проходит игра «Кто хочет стать миллионером», но в качестве миллиона это чипаны. Да. Еще придут, скажут, давай, деньги давай, миллионы. Как говорится, миллион сум у нас в Шкете. Туда миллион, сюда. Сюда миллион, туда сидят все миллионеры. Да, один чипан. Да. Итак, у нас январь. Да. У нас недавно прошел китайский Новый год. Да. Уже третий Новый год в этом месяце. Да, месяц. Вот. И в честь него, либо в честь не него, а в честь января, у нас акция. Ну, торговли нет, честно сказать. Да, торговли нет, поэтому мы стимулируем. Я скажу, прямо говорю, торговли нету. А Маки, Адраще Маки устраивает очередную акцию. До 32-го января. И вот, если честно, я вам всем завидую, потому что, когда я прихожу, таких скидок нету. И этих акций нету. Но я рекламирую их для вас. Бесплатно, блин. Да. Сейчас акция на самую крутую ткань. Это шои, это 100% шелк ручной работы, тончайшая работа. И здесь как раз-таки представлено невероятное количество цветов. 20 вариантов, 20 образцов. Это все по 70 тысяч сум. До 32 января. До 31 января. До 31 января. 70 тысяч сум, 1 метр шои. 100% шелк. 100% шелк. Друзья, очень много вариантов. Около 20 вариантов. Да. Очень много вариантов из розового. И на самом деле розовый продолжает быть трендом в этом году. Вот. Остальные, в принципе, цвета, естественно, всегда в тренде. Допустим, мне вот по качеству очень понравился вот такая желто-серая, мягкая, да? Желто-серое сочетание. И еще. Что же мне еще? Мне, в принципе, все нравится. И вот это тоже очень красивый бордовый цвет с этим крупным цветком. Поэтому, теперь, друзья, не упускайте возможность. Зара надо тоже. Да, вот это отдельное видео. Я допустил. А теперь, говорится, не переключайтесь, мы скоро к вам вернемся с куртками Зары. Зара Адраще Маки. Сейчас вас